Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Ну-ка, на последний поиграем. Let's go. Просто отлетел, в этот раз не отлетим, надеюсь. Чутка запотеем, короче. Чутка запотеем. Где Лизер заберу? Чарлыга, попробовать в это поиграть. Пираты. Для тех, кто уже успел позабыть, разыгрываются сейчас рандомные баны. Идут они по нарастанию, то есть заказали 5 штук за баллы канала. Идут они по нарастанию. Оп, триплет. Можно даже залочь пробовать. На следующий забрал головна постоянно. Не, на РСП попробуем забрать. Вот, и, значит, все, получается, удачи, да, идут баны, это, ну, то есть много людей пишет вот этот вот смайлик. Выигрывает всего пятеро, идут они по возрастанию 10 минут, 10, 20, 30 час. Вот, да, ну и всем удачи. Всем удачи, поехали. Первый бан у нас, смотрите, отлетает. Гопард, тебе. Тебе, let's go. Первый бан сегодня открываешь, 10-минутный, ничего страшного. Где мы такой мех упал, что? О, пошли забавка сюда. Все куплено, подожди, пока еще рано. Пока еще рано, во-первых, во-вторых, ничего не куплено. Пообщался с Сильвером, апнул 11к. Ты не виноват. Удачи в этой катке. Ну я правда не виноват. Ну последней катке, я думаю, что я не виноват. Здесь, возможно, где-то был виноват. Слишком, ну, как-то жестко бежал левел. Здесь я думаю, что я был виноват. Второй, ребят. Второй бан у нас отлетает. Шварк. Шварк 174. Второй 10-минутный бан. Дальше идет повыше. Саня сказал, что вас всех там морально доминировал. Морально доминировал, что это означает? То есть сделка как-то там запугивал, что-то, ну, там... Показывал свою альфа-сущность, и мы такие, ой... Это, если так, то... Подтверждаю, так оно и было. Да не то, ты бафаешь его сюда, бафай! Я сейчас эту карту ставить буду. Сигма сущность, ну вот-вот. Это про Саню. Блин, мне эта карта тоже нужна. О, мне нужна эта карта. Но как? Ну как, ребята, ну как? Асван, красавчик. Отлично выступил на турике. Парик мира и близлежащих областей. Брэндон Флауэрс, май гад. Послушаем, леди. Брэндон Флауэрс. А это название, я думал, что такое. Это название песни будет. Самовар, спасибо тебе большое за 500. Арслан, красавчик, отлично выступил на турике. Let's go, let's go. Вот... Побольше натуриков, чтобы также хвалили. Тоже говорили, Арслан молодец, Арслан красавчик. Вот. Каждый день бы турик играл. Вот, Самарт, вот так следующий поставили, потом Юрий Фан твой поставили. Спасибо тебе. Подожди, это было плохо. Это было хорошо. Направо. В смысле, направо и направо, а не на... Ладно. Тактика луц. Чел вылетел. Так, секунду, я левелапаю. Он вылетел, я левелапаю, походу. Мы продаем две карты ради того, чтобы забрать волынщика. Или нафиг я волынщика. Какое место занял? Я в итоге шестое взял.
Как будто мы продаем прям две карты, забирая волынщика. А на следующий потом снова левелапаем. Ну, у чела с обилки был 1-1 мех. То есть, когда так прокает, это, ну, близко к топ-8. Ну, типа, я такую штуку могу забрать, но, наверное, это хуже. С другой стороны, если я его продержу, сейчас, смотрите. Забрал шеф-повара. Посидел на ход. На следующий я делаю левел. Ставлю чарлыгу. Даю спел волынщика. И оттуда прокает еще одна чарлыга. Либо прокает этот... малыш прокает, а? Как он такой мув? Ты можешь двойку накинуть? Ну, мне не нужно, типа, любой свинобраз. Мне, ну, типа, если шестерки, я могу пробовать с него закинуть. А так, ну, скорее всего... Должны просто камни бафать на атаку, чтобы он что-то делал. Да как будто надо вот его забирать. Шансы то, что эта штука сработает, мне кажется, крайне малы. Против трэш, скорее всего. Поэтому я тоже думаю, что надо просто забирать, не выделываться вот так вот. План надежный, согласен, ребят, согласен, согласен. Ой, не, стой, 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 куда? Вот этот рак вначале. Брэндон Флауэрс. Подожди, он карты продал, что ли? Камень дает 1-1, карты продал. Вернее, я поставлю, поставлю трек потом. Еще успеет. Там было пусто, я увидел по камню, что он вообще не забафан. Не ты не забафан, не ты не забафал. Жаль, что черт не может дать. Не почему, если бы я залочил спел, а потом, смотри, я в магазе давал спел в другую свинью 5-1. Он не мог дать мне волынщика, но он мне мог дать чарлегу. Тут третий бан. Сейчас посмотрю. Подожди, а сколько там было банов-то? Я 2 разыграл или 3 бана разыграл? Ну, последний был шварк, если что. Было 2. То есть вот этот шварк он был? Он был 2, правильно? Третий, получается, бан. Идет 20-минутная. И получает его мистер Профессор. Профессор получает. Так, профессор у нас отлетает на 20 минут. Потом получасовый бан у нас выходит кому? Мира... Мирабитс? Мирабайтс? Короче, вот так вот. Так, это был полчасовой, ребята, и все, потеряем ручонки. Сейчас будет часовой бан. Всем банам бан, главный бан. Поехали. Пам, часовой бан у нас получает. Антошка Хайнс. Антошка Хайнс, ну-ка давай, рассказывай, как ты получил... Главный бан, всем банам бан. Как так вышло, как-то прокнуло. Так, конечно, прикольно. Малыш. 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 Так, передаю привет своей жене Марине. Люблю ее и люблю стримера. Не верю в свою удачу. Антошка, хорош, хорош. Хорошее последнее слово, я думаю... Сейчас смотрят, там, Марина смотрит в слезах, такая, ну, наконец-то, наконец-то домой бан принес. А, знаешь, ты долго, вот он прям креативно играет, рассказал дико, смотрел когда-нибудь. Да, само собой, я знаю, долго знаю. Давно в Харстоне, так сказать, само собой знаю. И да, местами играет довольно прикольно.
То есть, иногда у него пропадает, конечно, интерес к CS, тогда он играет, ну, так себе. Но иногда, когда он прям интерес у него есть, он играет действительно довольно креативно, то ты согласен. Хороший, кстати, трек. Уже, кажется, говорил, но реально хороший трек. Гамбл. Смотрите, например, смотрите глаз за потенциального чувака, который дает боевым ключом камушки. Ну, мне нужны эффекты конца хода в идеале, само собой. А, ну, Гонор дальше. Да, что-то, конечно, не прям вау. Ну, если заберем эту штуку, продадим волынщика, он мне так сильно уже нужен. Мы сильные, классные, но хочется чего-то большего. А, предпринял какой-нибудь игровой опыт у китайских игроков? Да, я вот в левел бежал. Это бы хищные тренеры раздавали бы. Кстати говоря, в реальных турнирах хрюшек собирать довольно тяжело. Поначалу, ну, типа, собирали с хрюшки только у чуваков, которые на барове играли, у них было очень много брони, они ставки выигрывали и бежали в левел, ну, типа, шестую таверну, и там уже собирали свинок нормально. Они были впереди по темпу на несколько темпов, ну, короче, на несколько шагов. И если чувак, то на обычном какой-то среднем персонаже начинает свинок собирать, чаще всего его наказывали, он просто отлетал. Эффекты конца хода. Пам! Пам! Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Кому кто не мешайся. Я думаю, продать ли это две карты ради того, чтобы забрать сейчас сразу обезьяну. И кому-то правильно надо так делать. Или это давайте продать. Короче, я вот эту штуку точно продаю, вопрос, кого еще продам. Расскажи, нет, я делаю. В чем секрет твоего скилла? И поставь трек. Секрет скилла. Ну это просто там выигрываешь много, и там, ну и как бы проигрываешь поменьше. Украл ответ. Два клина, я на шарлык еще надеялся. Хотел бы РЛ кровавый камень бросаться, который бафали, то есть они в тебя попадают, и ты такой сильнее становишься два раза, то да, хотел бы. Арслан, привет, скажи, пожалуйста, что лучше быть топ-1 Европы в БГ или в Литка с корицей и самоката?
Сложно, образ. Не может быть под свиней. Под свиней и свинимба. Под свиней нужно дракари. Вот дракари была бы сильнее, чем бык. Ага. Но как? Но как, ребята? Мы будем забирать штуку? Кого-то не хочу, да? Ну, план вроде понятен. То есть забираю шеф-повара, делаю на малыша, прокает геомаг. Геомага забирает триплет, и вроде нормально, да? Надо было давать геомаг и просто малыша лутать. Ну, может, себе кабаба залочить, не уверен насчет этого, конечно. Ну, вот чаргу, вот я чаргу тоже хотел. Ну, то есть продать эту штуку, поставить еще одну чаргу на стол, чтобы дракари у нас работал. То есть камни бафаются, а по факту камни только одна штука дает. Была бы еще такая штука, которая давала камни, было бы, конечно, здорово. Почему не милслив? Бабл тоже сильно. А, типа продать его и его поставить на стол, ну как будто нет смысла прям. Арслан победит, я стараюсь, надо выиграть. Надо выиграть, ребят, надо выиграть. Идеальный билд на драконов, ну смотря какие у тебя драконы, у тебя могут быть драконы через... через госы, там, браны, всякие активации, драконы киси золотой. Он что-то нереально, кстати, большой. Ай, ай. Нам до карточек не хватает. То есть мы забрали все, что было большое. Камень дает 8-9, но у него чарлыка 3 раза заработает. И он тупо бабло сид бафает. Ну, вроде время было на нашей стороне относительно него. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.